Всем привет, Юрий Карпенко вас приветствует. Сегодня мы будем испытывать проблему всех спортсменов, которые жалоба всех спортсменов, колени, коленный сустав. Будем их восстанавливать. Пройдем месячный курс по восстановлению коленных суставов. Сегодня будет первый день. И я вам сейчас представлю специалиста, который будет мной заниматься. Здравствуйте, меня зовут Александр Еремин. Я спортивный физиотерапевт. Сейчас будем работать с Юрой. И я сейчас объясню, для чего мы все это делаем. Почему ножки у нас не полностью разгибаются? Для того, чтобы не страдала связка надколенника, чтобы не было тендинита. Работается в субмаксимальной нагрузке, чтобы место прикрепления четырехглавой мышцы бедра хорошо прокачивалось. Уровень сложности 10 у нас. Скорость у нас выше 70. Идет динамический стретчинг сразу, чтобы не было компрессии в коленном суставе. Давай. Очень тяжело. Мы не сдаемся. 10 минут тяжело. Юрочка сейчас будет выполнять базовую разминку. На локте упор. На спину. Ножки выпрямили, ноги параллельно плеч, носки на себя, подняли правую ножку на уровне левой ноги. Держим, фиксируем для укрепления четырехглавой мышцы бедра. Поехали. Сейчас выполняется упражнение голеностоп работы для укрепления места прикрепления ахиллового сухожилия и задней гипсообразной связки. Носок на себя. Развернули на внутреннюю часть. Держим для укрепления внутренней коллатеральной связки. 3 по 30. Сейчас сразу даем динамическую нагрузку. Ножку опускаем вниз и поднимаем вверх. Работаем 30 раз. Поехали. Повернули. Руки вперед. Ноги выпрямили. Носки на ширине плеч, ноги на ширине плеч. Грудь вперед еще больше. Обязательно укрепляем столб непосредственно самой спины. Поясницу, чтобы не было, когда на официальные связи цепи есть, начинаются носки на себя. Для чего? Чтобы укрепить сразу стабилизаторы стопы, идет цепная реакция на коленный сустав, потом обязательно таз. Если этого не делать, будет страдать поясничка. Спинка ровная. Подняли правую ножку вверх, держим. Сейчас будем работать на треморе, нога будет трястись. Засекаем 30 секунд. Держим. Голеностоп работает вперед-назад. Работаем 20 секунд. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Носок на себя держим. Видите, как сразу получается травмированная нога, она сразу берется тремором и укрепляется стабилизатор непосредственно сразу коленного сустава. Обязательно надо работать каждый день на треморе, потому что когда мышцы свежие, они успевают восстанавливаться, забирают на себя всю нагрузку. Поехали, голеностоп работает туда-сюда. 30 секунд. Руки вперед, Юра. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 27. Рядом с нами Олег Шафаренко. Сборник по хоккею. Хоккейный сборник. 10, Юра. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Сели на попу, ноги на бабочку. Обязательно.
статико-динамические упражнения мы сейчас выполняем. Все на укрепление коллатеральной и стабилизации коленного сустава. Руки назад, грудь прогнули, правую ногу подняли вверх. Держим. Голеностоп работает вперед-назад. 30 секунд. Поехали. Сейчас сразу идет динамическое упражнение. Носок на себя. Ногу наискосок в сторону разгибаем. Полностью выпрямляем. И назад медленно. По руке. Раз. Два. Раз. Больше в сторону, Юра. Вот. Два. Делаем 20 раз. Поехали. Носок на себя. Раз. Плавно. Два. Три. Плавнее. 4, 5, 6, прорабатываю связку, 7, 8, наискосок ножка, 9, 10, еще, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, поехали, делаем красиво, красиво, Юра, руки ровные назад, не на локтях. О, умница. Давай, 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 хорошо, отлично. Руки вдоль тела, голову опустили. Поднимаем таз, опускаем. За 5 секунд вверх, 5 секунд вниз. Для чего 5 секунд, чтобы проработали глубокие мышцы? Почему носки на себя? Чтобы работала сразу еще раз, стабилизация стопы и место прикрепления крестообразной передней. Радуй соперника из себя! Вдоль тела, выше ногу подними, голову опусти. Поднимаем таз, запускаем, делаем 3 подхода по 30 раз. Медленно также, за 3 секунды вверх, 3 секунды вниз. Раз, два, три, три, два, один. Давай, давай, Юрочка, давай. Самый сок, то, что прописали. Давайте, 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 Хсланенький, еще чуть-чуть. О! О, умнички. Поставили ноги на бабочку. Руки вдоль тела. Поднимаем таз, опускаем, делаем 3 подхода по 30 раз. Красиво делаем, Юра, ноги шире. Шире ноги. Во, во, красота. Работаем, 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 молодцы. Представь, что там тетя сверху. Ну, давай, давай. Сбрасываю. Поехали. Встали на четвереньки, ребята. Ноги на носки поставили. Коленки оторвали на 5 сантиметров, зафиксировались. Стоим, умнички. Попа ближе к пяткам. Вот так. Статика держим.
Целую минуту стоим. Олежек, чуть-чуть спинку прогни. Вот так. Юра, терпи. Терпи, терпи, молодец. Бля. Ребята, чуть осталось. 20 секунд. 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Попой сели на пятки, грудью на бедра расслабились. Попой, попой на пятки. Попой на пятки, грудью на бедра расслабились. Вот, попой продавливаем, продавливаем, отдыхаем. Отдыхаем, молодцы. На четвереньки сейчас разгружаем поясничку, что она была напряжена. Округляем спинку, округляем, фиксируем на 3 секунды и медленно прогибаем ее максимально. Да, и тут фиксируем на 2 секунды. Опять округляем, фиксируем на 3 секунды и прогибаем. Делаем 20 раз. Молодцы. Обязательно надо не забывать о релаксирующих упражнениях, заниматься специально на восстановление мышечного тонуса. Руки на лоб. На лоб руки. Ноги на носки поставили. Ноги на ширине плеч. Сейчас укрепляем связку надколенника, где место прикрепления четвероглавой мышцы. Оторвали коленки и попу оторвали вверх. Лежим на животе, Юра, на животе, а попа просто вверху. Выше попу, еще. Вот так, все, держим. Статика пошла. Конечно же, еще работает поясница. Терпим, терпим, надо еще 40 секунд. 39, 38, 37. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Попой на пятки, грудью на бедра, расслабились, округлили, сразу растянули. Растягиваем, 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 растягиваем поясничку, отдыхаем. Видите, Юрочка говорит, что намного лучше стало за одно занятие. Сразу стал уже изъебать коленка лучше. И правильная работа приводит к результату. И самое главное, это трудолюбие и трудоспособность человека. Человек хочет, старается, получает результат. Рекомендую. Поехали, работаем, работаем. Раз, лево, раз, право. Раз, лево, раз, право, поочередно. Правая, левая ножка работает. Разрабатываем, разрабатываем. Умницы. Класс. Работаем. Работаем, работаем, работаем. Работаем еще 20 раз. Работаем. Дима, быстрее ноги наверх. Все, все, все. Сделали 20 отжиманий в быстром темпе. Поехали. 20 раз отжались.
Отдыхаем, молодцы. Сейчас работаем на бицепс бедра. Получается. Мы двумя ногами медленно сгибаем. Давай вместе, поехали. Двумя ногами медленно сгибаем. Стоп, фиксируем. Нога, которая не беспокоит, мы ее выпрямили вниз. А та, которая беспокоит, медленно ей разгибаем. Медленно ей разгибаем. Чуть-чуть быстрее. Вот. Молодец. Двумя согнули. Здорово опустили. Которая беспокоит, медленно разгибает. Делаем так 20 раз. Хорошо, поехали, поехали. Отлично, здорово. Давай, давай, Юрочка, давай. Сильнее ножки сгибай, сильнее ножки сгибай. Вот умница. Больно, но приятно. Как ты, Юрочка, как она? Супер! Упражнение вообще суперское. Результат уже чувствую, колено сгибается. Вчера оно не сгибалось, сегодня уже немножко сгибается, так что рекомендую делать это. Так что следите за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, обращайтесь к нашему реабилитологу. Он вам поможет и подскажет, что делать и как правильно делать. А мы продолжаем дальше заниматься. Лучше попотеть в зале, пройти реабилитацию месяц-два, чем ложиться под скальп, нож на операционный стол. Попотеть надо, но оно того стоит. Так что, ребята, пожалуйста, берегите свое здоровье, не ложитесь на стол, лучше восстановите себя. Обращайтесь к специалистам, не занимайтесь самолечением. И вот так только можно спасти свои колени и свое здоровье. Продолжаем дальше. Вот видите, человек дергается. Это все неправильно. Это так в Советском Союзе учили нас. Как правильно делать? Обязательно тянем мышцу анагонисти на себя. То есть носок на себя. Сразу идет ахилловое сухожилие, тянется туда. Диафрагму делаем вдох животом. И медленно на выдох, мы расслабляемся, тянемся вверх. Воздух, хоп, закончился, опять. Делаем вдох. И на выдох, и медленно пошли, медленно. И так выполняем по 15 раз таких вдохов, выдохов. И тогда оно хорошо, медленно, плавно все растянется. Плавненько все растянется. Вот умница. Вот, хорошо. Здорово. Приехали. Лучшее упражнение, я считаю, для проработки и закачивания стабилизации крестообразной связки. Фиксируем коленный сустав, чтобы он не гулял. Носок тянем на себя. Работаем с резиной. Обязательно доводим максимально в сторону голеностоп, туда-сюда. И выполняем до сжения в колено в суставе. 30 раз, по 30 повторений. Обязательно с фиксацией в конце. Довели, зафиксировали секунду и назад медленно. Довели, зафиксировали и назад медленно. Прорабатываем. Юрочка, как самочувствие? Самое легкое упражнение. Давай, давай. Класс, прорабатывай. Коленка будет, связочка будет гибкая, не будет так рваться, все будет эластичное. Прорабатываем. О. До сжения. Да. И говори. Сейчас будем разрабатывать коленный сустав. Можно по малерану, по шпалерану. Можно как еремик разрабатывать, сделать. Смотрите, зажимаем сначала коленный сустав, чтобы никуда не вышел лежать. Фиксируем коленостоп. Медленно. До боли. Доводим.
тянем носок на себя. И работаем так. Нас, конечно, больнее. Так оно больнее. 5, 4, 3, 2, 1. Назад. Болевые приемы. Поехали опять то же самое. Раз, два, три, 4, 5. Назад. Вот характерные щелчки и грузы в коленном суставе. Это нормально. Раз, два, три, 4, 5. Назад. Еще два раза и все. Раз, два, три, 4, 5. Видите, как намного лучше уже пошло. Осталось чуть-чуть, скоро попы коснёшь. Раз, два, три, 4, 5. И последний раз полетели. Расслабиться максимально. Раз, два, три, 4, 5. Все. Помучили меня сегодня. Закончился первый день тренировок по реабилитации колена. Мне понравилось, продолжаем дальше. На связи.